день, уважаемые друзья! Сегодня мы проведем с вами уникальное, замечательное занятие в уникальном, замечательном месте, которое называется «Лучшая студия Черкасской области». Знаете, как она называется? Она называется «Природа, сотворенная Творцом». Сегодня будет тема «10 заповедей пейзажиста». Те, кто любит пейзаж, те, кто любит путешествовать, получат море удовольствия. Почему? Потому что в этой студии мы будем работать со спецэффектами и моделями. Нашими моделями будут Максим и Орс, нашими моделями будут косули, зайцы, совы, и вот здесь часто ходят бараны и овцы. Сегодня у нас будут спецэффекты. Заходящее солнце, дымка, затем туман, и если синоптики не соврали, то дождь и гроза. Кто-то дождевики взял? Нет, не взяли. Ну, молодцы тогда. Тогда, Александр, снимите вот это замечательное место, все кроме азота, и здесь мы будем делать сегодня фотошедевр.